Детскому саду «Алёнушка» уже 88 лет. Теперь долгожитель будто родился заново. Строительство здесь началось прошлой осенью. И вот уже новое здание инспектирует мэр Сочи. Готовы два корпуса. Сейчас строители выходят на стадию отделочных работ. Затем благоустройство территории. Очень качественно и очень оперативно ведет строительство. В принципе, от начала строительства еще не прошло и 9 месяцев. Но готовность объекта очень высокая. Ну, реально здесь 280 деток запросто, значит, пойдут в детский сад, и хоста в этом очень нуждается. Раньше садик был рассчитан на 120 мест. Теперь их станет больше, более чем в два раза. Вернется прежний состав детсадовцев, которых пока распределили по другим учреждениям. Появятся и новые дети, также пополнится учреждение и новыми кадрами. Тут будет музыкальный зал, будет спортивный зал, современный пищеблок будет. И обязательно будут кабинеты для специалистов, для дефектолога, для логопеда, для психолога. Этот детский сад будет реализовывать все программы, в том числе программу по инклюзии наших детей. В детском саду будут также открыты две новые ясельные группы для детей с 1,5 лет. А возможным строительство нового помещения стало благодаря реализации двух программ – краевой и городской. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь. Сейчас мы ведем согласование с УКСом по поводу мебели в детский сад, по поводу покрытия прогулочных площадок, чтобы должно соответствовало ГОСТу и всему остальному, по поводу установки малых архитектурных форм и спортивных сооружений. Для Сочи строительство детских садов – тема номер один. С ростом числа жителей не хватает мест. Благодаря реконструкции, пристройкам и новым корпусам задачу удается решать. За последние годы в городе появилось 30 новых детских садов. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.